Боже, милостью будь мне грешным. Создал меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Идят нищие, насытятся и восхвалят Господа, взыскающего, жива будут сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Очи всех на Тебя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремени, отрезаешь этой щедрую руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, освяти дары, посылаемые щедростью Твоей для нас, словом истинной молитвы. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Освяти нищих сирот, вдов и в Сирии. Дарит этим сиротам пошли все потребное. Добрый вечер. И дело, к которому готовились эти люди, исполнили. Даруй смирение, послушание. И рассмотрев свою жизнь, ко мне, навсегда встань Калашник, от того, ко мне в дом, Калашникова. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Да. Аминь. 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 Завтра обед будет. Она будет здесь. Ну, подейте сюда, мы сейчас на ужин садимся. Напротив, напротив Скворечника. Калашников. Напротив Скворечника Белый дом, Калашниковский. Напротив Скворечника, где Игнатий у нас живет. Он. Да, да. Ага. Вы увидите, тут куча машин стоит во дворе. Увидите. Ага, все с Богом. Аминь. Аминь. Я прошу помочь. У нас еще прибывают люди, еще приедут. Значит, по книге к истинному православию вы смотрели вот, приблизительные вопросы. Не просто халабродить, а определенно. Когда он веровал, как что было. И дальше заявление. Другого приема у нас не было никогда. Так они уезжают. Это обстоятельства. А если бы были здесь, были члены общины. А если я крестился, и никуда я сам, когда хочу, называется, абортированный. Выброшенные. Человек родился, и никто не занимается. Это весь мир этим наполнен. По славу Божию. Инако, куда ты ушла? За чесноком. В левой руке кусочек, правая кошка. Всегда подаешь сначала мужчинам, потом детям, потом женщинам. Не, ничего больше нету сейчас. Тихо. Сейчас она мне нужна. Володя, спасибо. Володя, чеснок где? Был в холодильнике. Холодильник где? Нестор, помоги быстренько на раздаче. Денечка, давай сейчас искать. Чего вы забываете все? В дверке холодильник. Мне еще, мне не забыть, все время забыл. Оператора забывает. Виктор Андреевич, да. Он не сказал где, просто сказал, куда ему подъезжать. Спросил. Он там построил. Вот, вы отсюда, вот эти, это ваши слова.